Як кажуть вартавальники, з таянням снігу вода виходить на поверхню і повністю міняє структуру льда, тому провали утвораються імгненно. Облсполком принял решение в начале этого года о запрете выхода на лед в период его становления и в период его разрушения. Кроме этого, департамент по охране животного и растительного мира уже принял решение о запрете выхода, значит, даже рыбной ловли от водозабора завода Кирова, это Любуш, и до устья реки Дебрянки. Заборона распаўсюджваецца і на ўсе затокі Дняпра, у тым ліку і на самую папулярную сярод магілёўскіх рыбакоў – Фатінскую. Дарэчы, за парушэнне забароны прадугледжана адміністрацыйная адказнасць.